Три человека погибли, еще один получил ранение в результате стрельбы в американском городе Моску в штате Айдахо. Ники Джон Ли сначала убил свою приемную мать, а после направился в офис одной из страховых компаний, где застрелил еще двоих. Один из пострадавших вскоре скончался в больнице, другой в критическом состоянии. Еще одной жертвой 29-летнего стрелка стал менеджер закусочной. Преступник попытался скрыться, однако полицейские засекли его машину и устроили погоню. В один момент убийца потерял управление и съехал с дороги. Подоспевшие правоохранители задержали беглеца. Мотивы преступления устанавливаются.